А перед началом обязательно нажмите на лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, тогда шансы на легендарку вырастут в 2 раза. Здарова, ребятки! Всем черемисного дня! С вами Черемис ТВ, и сегодня мы наконец-то будем апать долгожданные 4000 кубков и получим нового бойца Тика. Внимание, новый ролик выйдет! Внимание, новый ролик по Brawl Stars выйдет, если вы поставите ровно 5 лайков. Ну а мы начинаем. Будем мы апать, конечно, на наших братьев Фрэнки. Как же без него дожить? По всем блэдам обычно 1000 или даже меньше. Если ты истинный блэдовец, поставь, пожалуйста, лайк. Дайте апнул 4000 трофеев, но только сдаваться рано. Это еще не все. Я могу показать, на что способен еще больше. Вот на это. Так, а где Роза вот эта? Куда она пропала? Она что, растворилась, что ли? Или она где-то в тех кустах, где сидит? Окей. Такой ютубер по Майнкрафту, окей. Может быть, Майнкрафт? Brawl Stars. Мне, конечно, ничего не выпало. Вот сейчас, ребята, мы заберем нашего долгожданного бойца Тика. Забираем, и это Тик! Ура! Наконец-то! У нас есть все бойцы на награду на победителя. Ребят, теперь у нас есть Тик. Вот он. Ой, что это у него за... Непривычная у меня механика. Для меня именно. Сейчас мы добываем вот эти банки. Так, простите, у меня выползло опять уведомление, что недостаточно места. Я скоро очищу вообще память. Так, вот туда. Смотрите, как он может далеко кидать. Смотрите, как он может далеко кидать.
Мне просто не верится, что у меня теперь есть Стик. Я как будто на аккаунте подписчика играю. Немножко лагает. Бравл у меня лагает. Вот вообще, как им крутиться-то? И смотрите, как у него мало хп. Ой, тут Биби. Биба, нет, отстань. Окей. Продержались мы, ребята, до 4-го места за Тика. Это вообще очень круто. Это Тик. Очень здорово. Серьезно, я до сих пор не могу привыкнуть, что у меня есть долгожданный он, Тик. Ребята, всем пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Ну а с вами был Черемис ТВ. Поставим 5 лайков, выйдет новое видео. Всем удачи и всем пока. Скидывайте видео друзьям и спасибо за просмотр.